видишь указатели сверху, знаки? Угу. Вот едем направо на улицу Промышленную. Чем быстрее будешь ехать, тем мы дальше уедем от поворота и перестроились. Видишь? Так я не могла. Было туда. Могла. Могла. Красный горит. Куда ты летишь? Угу. Поворотник выключи. Все испорчено. Все испорчено. Ты что, кушать готовишь? Сожгла, что ли, там все? Все испорчено. А что мне было делать там, то, что я не успевала? Остановиться? Да. Конечно. Опять сейчас по развязке уходим в сторону Южного и опять сюда заезжаем. Что такое? Пролетело, не понять, в какой полосе. Да это непонятно, как ты едешь. Выключи поворотник сейчас. Вот. Держись левее. Там, да. Ты же понимаешь, потом вы получаете водилки и выезжаете самостоятельно в город. Сплошная, видишь? Да. Вот и выходи в свою полосу, и никого нет, не надо ничего делать, вообще просто ничего ехать, да. Ты уже включала поворот. И все, если ты не перестраиваешься, вообще никого не бойся. Если ты едешь опять налево, получается, угу, то тебя должны пропускать, если кто-то перестроится сюда захочет. Но так как ты едешь 40 километров, конечно, они тебя опередят и перестроятся там дальше. Запомни, сегодня воскресенье, а завтра будет понедельник. Угу. Так. Для того, чтобы уехать на улицу Промышленную, на Выборгскую, в поселок Горько, да? Угу. Включаем правый поворотник. Выезжаем в свою сначала полосу. Потом раз, раз, раз. А если бы ехали бы машины, в одну полосу встала и ждешь, пока освободится соседняя справа. Заняла полосу, ждешь, пока другая освободится. Кто-нибудь бы пропустил, понимаешь? Мне вечно кажется, что так нельзя, что я встала и устроила затор. Нет? Так, а здесь что? Две здесь полосы. Что? Здесь две полосы. Здесь что? Что? Здесь что? Знак какой проехал? Видела?